Всем-всем привет с прекрасного города Измаил. Это юг Одесской области, Украина. Независимо от того, где вы живете, в какой стране, вот этот период нарезки черенков и тема очень важная, нарезки и укоренение черенков в июне 2021 года, можно легко определить для своего региона время московское. С помощью Google можно определить часовые пояса и знать, в какое время лучше всего провести эту агрооперацию. Агрооперация – размножение любимых растений с помощью черенков. Лучший период начинается 6 июня, когда Луна будет находиться в Тельце. Хотя это убывающая Луна, но в летний период очень хорошо при убывающей, при растущей Луне, в знаках стихии Земли, дни корня, очень хорошо происходит укоренение черенков. Так вот, 6 июня с 9 часов можно начинать эту работу и до конца суток. 7 июня все 24 часа, 8 июня с 0 часов и только до 16 часов дня. Замечательный период, растущая Луна, Дева, очень хорошо получается. Быстрее даже всего укореняются в Деве все черенки, даже быстрее растут. 16 июня с 8 часов утра до 0 часов, ну а 17 июня все 24 часа. Завершится месяц очень коротким периодом для укоренения черенков. Это Козерог, сразу же после сожженного пути полнолуния, 26 июня, кусочек времени такой, с 9 часов утра и до 15 часов дня. Раиса Горяченко, Александр Волик желает вам удачного укоренения черенков, удачного размножения любимых растений. Это и цветы, это и лианы, да, буквально все винограды. Это все можно размножать с помощью черенков. Кстати, и отводки можно в это время также высаживать уже там, где есть созревшая лоза. У лиан тоже можно в эти периоды таким образом работать, размножая очень хорошие, нужные, полюбившиеся растения. Желаем вам всего доброго, удачного укоренения. И пусть все будет в вашей жизни хорошо и крепкого-крепкого вам здоровья.